Всем привет, ребят! Ну что, смотрю на эти плюшки и с одной стороны радуюсь, то что все без донаты получат. Хотелось бы побольше таких плюх, они в принципе у нас каждый месяц будут идти, и это радует. Ну я их даже, знаете, я так чисто символически даже их забирать не буду, потому что они мне никакой погоды не сделают. Тупо пусть сгорят. Короче, у нас сегодня тест, обалденнейший тест, я немножко побегал. Дрейк. Капитан Дрейк, максимальный деф. Но это не все, он еще будет у нас 13-13, ребят. Ну, с вас, как обычно, лайки. А что с таким Дрейком можно делать? Можно делать все, что хочешь. Но в основном я его буду использовать на битве гильдий для атаки. Сейчас мы потестируем на рейдах. На PvP-локациях он будет такой себе, с пактом себя показывает, конечно, круче собранный урон. Но я думаю, этот тоже себя покажет. Очень-очень даже неплохо. В общем, максимальный деф. Статки, как видите, лям 300 жизней. Этого вполне хватит. Плюс отхил, зеленый смотритель. Поехали, в общем. Поехали тестить эту имбу. Такс. Что у нас тут? Фрея. Ну, здравствуй, Фрея. Я иду к тебе. Фрея плюс Космо плюс Фрэнки. Это ужасно. Посмотрите, что они с ним делают. Он держится, блин, жалко только обидно. Юниты. Ну зачем мне столько юнитов? Уберите кто-то юниты. Дайте нормально затестить. Вот, например, как вот этот парень. Так, красавчик. Поехали. Посмотрим. Нам бы фрейку сейчас активировать. Хотя бы разок. Ой, вообще отлично. Это огонь, ребята. Итак, смотрим. Блин, она жестко бьет нас. И тут вуаля! И сразу же отхил, да, фуловый? Фуловый отхил. Ну, мы говорим Фрея. Ну, здравствуй, Фрея. Вот что вы на это скажете, ребят? Вот, реально топчик. Вот нравится мне такой Дрейк. 30-я Фрея просто в кайфе нам помогает сейчас. Такс. Отлично. 75%. Огонь. Поехали. Седнушка. Рейсик. 86. 93. 100%, ребятушки. А у него 30-е прорывы стоят. Что на это скажешь? То есть, ну, вообще Unreal. Очень крутой Дрейк. Так. Надо избегать только, ну, надо Анубиса ставить в таких случаях, чтобы юнитов сливал. Ну, я ленивый. Что это? Что это было? Все с юнитами готовятся к битве гильдий. Так, давайте затестим тут. Ух ты, жесткая Фрея там. Еще одна жесткая Фрея. Можно, кстати, поставить вместо каменки попробовать выживание как вариант. Я тоже такие тесты делал. Но тут опять же, видите, все зависит от того, как вы попадете в кулдаун. Вот, недомогание. Печаль. Печаль. Но у нас есть еще чудо-гаргул, на которого вам тоже обзорчик показал. Который может просто дать деф еще подхилить. Давайте такой вариант. Такой вариант вообще классный именно на добивание на битве гильдий, потому что его не так просто будет слить. Так, Анубис. Давайте через Анубиса забежим. Мы, наверное, сейчас и Фрею еще активируем 100%. Так, смотрим. Вот выживание, он получает нули. В принципе, тоже довольно-таки неплохо. Получается отхил от питомца, отхил от смотрителя, отхил от выживания. То есть отхила еще больше у нас получилось. Так вроде неплохо. Еще и плюс не получает урон в течение 3 секунд. Этого ему вполне должно хватать в большинстве случаев. Двенадцатая Фрея. Ну, что-то маловато он как-то разбил зданий.
Ну, видите, урона нету столько, сколько у пакта, конечно же, но этого вполне хватает, чтобы шатать расту. На добивание этого тоже вполне хватит. То есть, ребятушки, все, огонь. Можно себе, ну, тут у нас сейчас он не так, конечно, наверное, там собран. Посмотрите, кидаете горгульчика, он себе дает подхил такой слегонца. И все, и вы себе в кайфе стоите. В два героя просто. Можно еще и ворожея сюда подкинуть, тоже как вариант. И все, и эта связка, этот отхил, ну просто... Это еще питомцы не стоят все. Можно еще шпатами нормально добавить. И у вас просто неубиваемый состав с трех героев. В принципе. На подземках... Не знаю, давайте попробуем ради интереса. А вдруг зайдет? На пятой я не знаю, но сейчас попробуем, конечно же, выживание все-таки. Наверное, каменка получше было бы. Они тут вряд ли так дамажить много будут. Да, видите, пробивают жестко. 490к отхил от питомца, 567. Дальше нули, но он стоит все время в стане. То есть тут... Тут я даже не знаю. Он, наверное, ничего не сделает, как и в остальных случаях. Ну, а так будет тащить. Танком можно его выпускать свободно. Плюс сзади горгула закинули. За шиворот, у которого нет уже иммунитета к стану. И вам все пути открыты. Я думаю, тут один их горгул соло пройдет. С таким дефом. Ну, посмотрите, как Дрейка дефит. Стан проходит вообще жестко. Давай, Дрейк, тащи уже. Да, ему тут, конечно, надо пакт все-таки. Ну, это такое. Давайте ради интереса посмотрим на шестой. На шестой, думаю, будет интересно всем посмотреть. Сможет ли он выбить 50%? Я думаю, скорее всего, нет. Но попытка не пытка. Тут опять же, видите, куча стана. Плюс Ара уже прибежал к нам. Давай, Дрейк, тащи. Там уже и Медуза есть. Ну они, посмотрите, там урон смешной, 3000. Он себя отхиливает больше. Так, Ара уже вошел в кураж. Да, Дрейк, конечно, печально смотрится в такой сборке. Надо ему вместо ангела ставить все-таки сюда слона. Не, я думаю, тут не вариант. Не тот совсем урон. Так, а ну-ка давайте я хочу сейчас посмотреть на него на арене. Что он сможет сделать. Конечно, мы уберем. Давайте выживаем. Хотя, какая разница. Все равно деф есть деф. Плюс чарка попробуем на арене. Посмотрим на это имбище. Против Фрей сразу же так. Опа. Опа. Ну тут сейчас нас, наверное, ушатает. Так, нули идут. Ну, я скажу, его не пробивают особо, ребят. Он себя отхиливает вполне. Понятно, тут камень раздушит. У него и так, как бы, дефа всегда было дофига. Но тут еще получается еще круче. Так, через низ. Ну, эта пачка, наверное, его снесет. А может и нет. Давайте попробуем. Интересно посмотреть. Давай, дрейчище, накажи их. Накажи этого огника. А, они камень бьют, видите, космо. Они его убить не могут. А он их шатает по одному. Обалдеть.
Вот это обалдеть. Конечно, сейчас, если космос раздвинет в камень, то все. Блин, жесткий он. Вы видите, космос ударил в камень. Они реально крутые. Так, тут опять несколько дорожек. Короче, тут ему не судьба. Давайте в забытую. Сразу, чё бегать вокруг да около. Так, кого сюда такого интересного поставить? Тут у меня был, я все время перекидываю станищий состав. Неплохой, я уже его разобрал. Надо будет составить пачки вам. Для ЗБшки разные. Поехали, посмотрим. Тан-тан-тан-тан-тан. Жесть, ему просто насрать. Блин, он нереально крутой. Единственное плохо, что он не дамажит так, как надо, но деф у него просто на высоте. В общем, такого Дрейка можно реально качать, не переживать. Держать даф он будет отлично просто. Давайте еще против огника. Интересно против огника посмотреть. У 30-е прорывы тут. Махатма. Да ладно. Там зеленый смотритель. Блин, продержался, в принципе, неплохо. Ну тут без вариантов, конечно же. Против 30-х 5 героев это. Это печаль. Смотрите, что его делают. Кстати, неплохо с Валя сейчас тащит. Надо будет с Валя на ССО попробовать подефить. Максимальный деф ему прокачать. Тоже побегать, посмотреть. Плюс ожог там есть. Сегодня так просто будет убить. Так, ладно. Тут опять же, тут забор энергии, кома, блокировки, и все равно он держится. Даже кого-то там вынес, что ли? Блин, сколько... Нифига себе, посмотрите на это, что он делает. Посмотрите на его деф, жизнь. Обалденный он просто. Он просто топчик. Реально тащит. Хорош, мне нравится. Ладно. В общем, такой вот герой, я его потестирую уже в пачке на битве килли, ради чего я это все, в принципе, качаю. Так, показал вам, что он реально в такой сборке будет очень кайфово дефить и рушить здание. В принципе, для этого я его и качаю. Если у вас там другие какие-то цели, можно попробовать с бастом, с пактом на урон. Они тоже обалденные, делал обзоры, но тут чисто full деф. То есть, именно
та сборка, в которой, блин, его фиг пробьешь. Вот посмотрите, там Фрейя бьет 26 тысяч, 70 тысяч. Это просто ни о чем, ребят. А отхил у него там будет бешеный. Вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.